Итак, всем привет. Приехали мы на Мать и Дитя, Свислочь, в черте города. Сейчас раскладываемся, будем замешивать прикормку и приступать к ловле. Так, у меня лещ. Первый прошло часик, и уже первый лещик. О! Давай. Да не. Бля, что-то он рванул сильно. Так, у нас один подсачек. Да я уже готов. Вот этот лещик. За краешек губы. Стой, стой, не дергай только. Я скажу. Ё-моё, какой класс. Давай, Егор. Стой. Давай. Держи. Так. Лещик. Мать и дитя. Вот такой вот. Ловим дальше. Итак, время 10 утра. У нас уже есть один лещ. Где-то там он плавает. Потихоньку поклевывает. У нас тут клуб молодых рыбачков. Итак, Ванька снова тянет, да? На пикировщик. 3.0, 25 плюс волжанка оптима. С лещевой поклевочкой хорош. Вот только я захотел пикерную дистанцию вот закормить. А Ваня уже тянет. А рука болит. О, так там вообще, слышишь? Ну это больше двушки, по ощущениям. Нифига там лопата. Ну больше двушки, по мне, как больше двушки. Ё-моё, это не карп? Нет, лещ. А, лещ. Давай, 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 давай. Рано. Надо было. О, есть! Тыщу. А, я думал, он из пацака выпрыгнул. Я тоже. На пикерочек. Ваши ощущения. 3.0, 25 плюс. С поклевочкой просто бомбезной. Ну, нормально. Как и все, да? Да. Итак, сегодня у нас работает один красный опарыш. Один белый опарыш. И буквально два мотылька. У нас очередной лещик. Леща хорошего. Какие там сейчас лет? Не, хороший лещик, я думаю. Перестал сопротивляться. Ну там именно лещик. Давай я. О-о-о. Да, я еще не покупал. Работает, входит. Иди. Ой-ой-ой. Как бьется. Это такой мел. Нормальный там лещик. А, ну не мел. Ладно, что. Ух ты, ух ты, ух ты. И там больше отпусти. Кто без фрикциона? Фрикцион еле звенит. Что-то... Отпусти фрикцион. Да, отпустил я фрикцион уже. Сейчас сорвется. Не каркай. Пошел. Что-то
Буйный некий. Потому что мелкий. Ну как? Большие меньше бьются. А еще молодой, молодой активный. Но у меня вообще быстро. Активно. Прикольно. Так. Все, уже хватит. Все, фиксон зажал. Лови его. Так. Ну, вот. Это еле-еле килошка, да? Да, может, меньше. Вот такой лещик. Красивенький. Ну что? А, два опарыша мотыль. Итак, пошел у нас дождик. Мы не отчаиваемся. Все упаковали, спрятали. Ждем леща. Ну, подсними, сейчас я его покажу. Да. Такой лещар. Итак, улов на мать обезьяна с лещиками. Оп! Вот такие лещики мы забивали сегодня. Пойдем для фоточки. Итак, выпускаем два лещика. Два отдам товарищу на жареху. Снимайте, как он плывет. Поплыл. Ой-ой-ой. Красавец. Что, этот уплыл? И этот. И этот тоже уплыл. Вот такая рыбалочка у нас получилась. Интересно. С лещами. Итак, мы уже сфоткали рыбу, а у нас клюнул еще один лещик. Что, точно лещ? Тянем. Да. Наверное, даже лучше всех. Он да. Не сильно сопротивляется, но он тяжелый. Он ведет в сторону. Кстати, да. Может, карась какой? Нет, это хороший лещ. Вот не то, что карась. Ну, карась. Тут всегда... Я его даже не видел. Отойди. Чтобы он его снял. Лучше. Отойди там. Дай мне подсадку. Бля. Не, небольшой. Не, хороший. Не поднимается. Ой. Перфект. Ну, тебе верган стоит? Ну да. Он фиговый. Крутый. О, нет. Красивенький где-то. Я говорил, будет вечерний выход. Так, 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 давай. Ай, как красиво сопротивляется. Поближе к воде попробуй. Баловаться будешь. Попробуй идет. К воде поближе. Ну, давай, бери уже пацак. Есть. Контакт. Не ушел, хорошо. Так, сразу фоточку мне делать.
Итак, вот такой лещик у нас клюнул под конец. Может, на килошку, кило 200. Сейчас будем его отпускать. Это по счету пятый, по сути, под лещ за эту рыбалку. Может, будут еще поплывать. Итак, подошла рыбалка к концу. Наловили лещей. Ванька, сколько лещей словил? 4. 4. Ну, 3 леща. Так. Такие каждый, наверное, под 2 килограмма. Может, один есть какой? 1,5-2 килограмма. Да, может, один есть какой, где-то 2, может, чуть больше. Вот, у меня 4 лещика и один крупный подлещик. Вот. 3 выпустил. 4 попали на фотосессию. После фотосессии я словил еще одного. Вот, также выпустил 2, отдал товарищу. Вот такая получилась у нас рыбалочка.